Жители Трехгорки жалуются на то, что в их микрорайоне всего несколько лет была хорошая дорога. Последнее время, если ремонт и проводится, то ямочной и хватает его всего на пару месяцев. При строительстве съезда на северный обход Одинцова спецтехника окончательно разбила дорожное полотно. И сейчас глубина ям достигла значительных размеров. Планируется, что теперь реконструкцией улиц Чистяковой и Кутузовской займется строительная компания ФСК «Лидер». Качеством дорог в Трехгорке мы недовольны. Здесь налицо серьезные проблемы с ямами, с содержанием дорог, если мы их можем назвать дорогами. Пока это некое полотно, которое не стоит на балансе ни у кого. Мы говорим сейчас про территорию, на которой находимся. Что касается улиц Кутузовской и других улиц, в том числе внутриквартальных на Трехгорке, мы обязательно в этом году поставим в план масштабный ремонт полотна. И там, где необходимо, будем дополнительно реконструировать, создавать ливневые, направлять ливневые истоки, чтобы не было разрушений после проведенных ремонтных работ. В ходе инспекции чиновники остались недовольны качеством дорог. Сейчас территория принадлежит компании-банкроту СУ-155. И только после передачи земли на баланс муниципалитета местные власти вплотную смогут заняться ремонтом проблемной дороги в Новой Трехгорке. В первую очередь главную артерию Новой Трехгорки, это улица Кутузовская, на сегодняшний день мы принимаем в собственность. И летом этого года по решению суда она должна стать уже городской. Частичный ремонт мы там уже можем производить, мы его производим. Изначально улицы Чистяковая и Кутузовская использовались для проезда строительной техники. Именно поэтому дорога представляет собой бетонные плиты, покрытые асфальтом. Если будет предусмотрена капитальная реконструкция, то проезжую часть придется создавать практически с нуля. Дарья Сутягина, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».